Я к моему приехал, чтобы помочь, чтобы стекла только буквально сюда поставили. И здесь пол второго до 10:02 стреляли. Потом без 15:02 начали стрелять. И так бухали. Вон стекла вылетали все. Мы только поставили все. А вот соседи у них там? Ну вот, вот здесь бухнуло хорошо. Здесь офигенно бухнуло. У соседей у этих с той стороны вылетели. Вот у этой соседки с той стороны вылетели. Но никто не пострадал? Да не, у нас нет. Мама перепугалась просто и все. Как часто здесь так? Как нет, я не знаю. Я буквально 5 лет не был здесь. Я 5 лет проехал. Ну, месяц, ну, улицу, месяц, там в дом попали. Вот по этой улице, вот по этой. Вот через 3 дома. Полностью его разбило. Они у них или прицел настроены, что они в одно место все время бьют.